Торговля смесями, которые содержат никотин, в Приднестровье будет официально запрещена. Сегодня Верховный Совет в окончательном чтении принял поправки в закон. Он направлен прежде всего на защиту здоровья детей и подростков. Производители придумывают разные методы, формы для того, чтобы обойти законодательство и предложить на рынке разные виды продукции, содержащие никотин. При этом не содержит табак, это различные жевательные смеси, резинки, которые употребляют в том числе, к сожалению, и молодежь. До сих пор штрафы у нас были только за продажу несовершеннолетним обычных сигарет и другой табачной продукции. Принятые сегодня поправки в закон предусматривают административную ответственность за реализацию и распространение безтабачной продукции. Нарушителям придется заплатить штраф от 1800 до 5000 рублей. Законопроект направлен на подпись президенту и вступит в силу спустя 14 дней после официального опубликования.